Привет, мои дорогие, еще раз. Как у вас дела? Все хорошо у вас? Hi, my dear. How are you? Merhaba, kibçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sivas'a selamlar. Nasılsınız? Metin abi, iyi misiniz? Nukus, большой привет. Таджикистан, привет. Забыла их. Утро. Попросили меня. Опять же, по просьбе. Сейчас я прочитаю, иначе запомнить немножко сложновато. Так, Улжан Мурат попросил глину уральскую. Шалк Хамза попросил тоже уральскую глину. Дианочка, милая моя, тоже попросила уральскую глину. Уральскую глину я, конечно, вот прямо такой кусок откусить, для меня это очень сложно. Поэтому у меня есть кусочки мелкие, также я вот решила их вообще ложкой поесть. Есть вот такие вот маленько крупненькие, но я если их смогу откусить, конечно. Но остальное все вот как бы в таком виде. Поедим, наверное, ложечкой, да? Попробую, конечно, но они в любом случае тверденькие. Так, пчелы, истеде... Ой, забываю. Когда вот говоришь так. Киль истеде, Урал кильне, бедемки так, пчелы, он и джаз. Урал. Угу. Просто круто. Наверное, их вот прям сюда в воду и пока положу. Потому что по-другому невозможно. А пока поедим вот эти вот остренькие. Это то же самое, что пираньи. Во рту горячо стало. Пуговички.
Железные вкрапления. Сеть прикольно. Уже совсем мелкие остались. Печет слегка во рту. Я даже его вкус не могу понять, если честно. Не знаю. Кто мне пишет, глотаю я, не глотаю, пишите под видео. Я это делать не буду. Мое видео. Иногда я пишу. Ну, у меня есть видео. Жасмин. Под этим видео все написано. Сколько я глотаю, сколько я не глотаю, что я глотаю, глену, мел там, какие вообще, какие частично и что 100%. Пожалуйста, прочитайте. Ну все, дорогие мои, спасибо вам. Вам прикольно было. Ну, вкус не мой, конечно. Ну, похрустеть можно. Угу. Ты еще передаем так, children. Thank you. Люблю, целую вас.